Здравствуйте! Сегодня приготовим грибной омлет. Грибы, шампиньоны я взяла мелкие, но это не столь важно, можно взять любые и порезать. Мне понадобится 4 яйца, сметана, 1 столовая ложка крахмала, зеленый лук. Я, конечно же, порежу лук меленько. Грибы у меня мелкие, я их пополам просто разрежу. Можно даже целыми. Это тоже очень здорово. Берем 2 ложки сметаны столовых. У меня сметана жирная, густая. Сюда же добавим соли немного. Некоторые хотят узнать дозировку прям точную соли. Но как можно сказать точно, когда у каждого человека свой вкус? Столовую ложку крахмала. Все это я смешаю. Сюда же я добавлю 1/2 чайной ложки паприки. Не любите паприку, можно не добавлять. И яйца. Остается это все смешать. Очень удобно перемешивать эти составляющие венчиком. Да, нужно включить уже омлетницу. Я включила омлетницу, пусть она нагревается. Очень хорошо перемешала, у меня получилась однородная масса. Сюда я высыплю лук зеленый и грибы. Вот такой состав у меня получился. Омлетница разогрелась. Я ее смажу оливковым маслом. И заполним формочки приготовленным составом. Я заполняю полные формы. Тогда будет и порция хорошая, и прожариваться будет очень хорошо с обеих сторон. Вот так я заполнила доверху формочки. Грибочки, конечно, очень будет здорово, если они будут вот так красиво лежать шапочкой. Все, закрываем и готовим. Готовим 10 минут. Прошло 10 минут. Смотрите, омлетница, крышка поднялась. Вот такие красивые запеченные омлеты с грибами получились. Посмотрите, как поджарился омлет. Он приподнял мне крышку. До такой степени он воздушный. Остается выложить на тарелку. Он выкладывается, видите, тоже очень хорошо. Вот такая воздушная грибная красота получается. Посмотрите, как легко он вытаскивается. Видите, все поджарилось. И сверху поджарилось, и снизу поджарилось. Сейчас я вам покажу, как он выглядит в разрезе. Приятного вам аппетита! До новых встреч! Спасибо, что были со мной. Пока-пока!